Всем привет! Меня зовут Екатерина Кононова. Девчонки, сегодня у нас с вами комплекс, с помощью которого мы проработаем все проблемные зоны женщин. Это бедра, ягодицы и живот. Комплекс состоит из 4 упражнений. Первое – это скакалка с высоким поднятием бедра. Прыжки на скакалке с высоким поднятием бедра – это очень эффективное упражнение, с помощью которого мы проработаем как раз-таки проблемные зоны женщин. Следующее – это стульчик у стены. Все вы помните это упражнение. Садимся до параллели бедра с полом. Ручки вдоль туловища. Спинка прижата. Это второе упражнение. Третье упражнение – это планка. Бег планки на прямых руках. Планка. Колено к себе. Колено к себе. Бежим. Четвертое упражнение – это планка на предплечьях, статическая планка. Локти параллельны плечам. Поясницу не прогибаем и не опускаем бедра. Прямая планочка. Каждое упражнение будем выполнять в течение 45 секунд, 15 секунд отдых, 5 раундов. Давайте ставить таймер и приступать. Первое. Прыжки на скакалке с высоким поднятием бедра. Поехали. Сделали стульчик. Следующие 45 секунд. Статика у нас. Стульчик у стены. Готовимся, еще не стоим. Поехали. Не затаивайте дыхание, не задерживайте. Дышите ровно. Угол 90 градусов. Бедра параллельны полу. Терпим, держимся. Сделали. Бег в планке на прямых руках. Колено к груди, колено к груди. Поехали. Делали. Статическая планка на предплечьях. Встали. Не заваливайтесь. Пресс напряжен. Поясница не прогибается.
Это был первый круг. Еще у нас впереди 4 круга. Я с вами до конца. Будем вместе терпеть, кряхтеть, но доделаем этот комплекс до конца. Поехали. Прыжки с высоким поднятием бедра. Ножки на ширине таза. Дышим. Поехали. Терпим, стоим. Еще немножечко, еще 15 секунд. Отдыхаем. Вы заметили, что мы сочетаем динамику со статикой? Комплекс такого плана у нас уже был. Я по отзывам поняла, что всем понравился такой комплекс. И поэтому решила записать еще. Поехали. Планка, бег. Сделали. Уже жарко, а мы только заканчиваем второй круг. Планка на предплечьях. Помните о технике. Пресс как в корсете. Сделали. Третий раунд. Прыжочки. Поехали. Сделали стульчик.
Поехали. Вдох носом. Выдох ртом. Еще 10 секунд. Терпим. Сделали. Бег. Поехали. Сделали. Статическая планка. Поехали. Сделали. Четвертый раунд. Прыжки. Дышим. Еще 10 секунд. Сделали. Планочка. Поехали.
Заканчиваем четвертый раунд. Все устали, я тоже. Поехали, планка на предплечьях. Веселее у нас в конце последний пятый раунд. Заканчиваем. Почти заканчиваем. Еще 4 минуточки. Поехали, прыжочки. Последний стульчик. Пот просто льется. Поехали. Секунд. Сделали. Бег в планке. Поехали. Поехали. Еще 15 секунд. Сделали. Последнее упражнение в комплексе. Планочка на предплечьях. Готовимся. Поехали. Осталось совсем немножечко. Двадцать секунд. Сделали.
Очень классный, энергозатратный комплекс. Мы не просто проработали все проблемные зоны, мы сожгли кучу калорий. Осталось выполнить только растяжку. Ну а на сегодня все. Увидимся на следующей тренировке. Пока-пока.